Добрий вечір. Вас вітає служба інформації телерадіо компанії «Гомель». У студії Наталія Ігнатенка. От студента до ректора. Сьогоднішнього дня керувати Гомельським державним університетом ім'я Франциска Скорини буде новий ректор. 32 роки тому Сергій Хохомов був залічений на перший курс фізичного факультету ГДУ. За три з невеликим десятигодді пройшов усі приступки. Був загадчиком кафедри, деканом, проректором. На новій посаді він замінив Олександра Рогачова, який керував університетом на протягу 12 років, а зараз застається працювати на факультеті фізики. По словах Сергія Хохомова, приємно і гонорово підтримувати узяти попереднім ректором курсу розвитку науки і адукаційного процесу. Міроприємство з нагоди нового назначення відкрив перший намісник міністра адукації Білорусі Вадим Богуш. Він вручив Сергію Хохомову посвідчення ректора і нагадав, що головне зараз – розвивати наукові школи і підтримувати міжнародне співпрацівництво у сфері адукації. Буквально місяць назад наша делегація находилась в Польше, в городе Вроцлав, и мы подписали договор об открытии белорусско-польской лаборатории научной в области зольгель-технологий и вакуумно-плазменных технологий. Поэтому мы будем развивать научное сотрудничество с ведущими мировыми державами в той или иной области. В области учебной работы мы предполагаем открыть новые специальности, которые востребованы в нашем регионе и востребованы в Республике Беларусь. До прикладу, за апошнія гады на базе математичного факультета почали вести навучанне специалистов у сферы IT-технологии. Новые специальности будут открыты и на психологичном факультете. Гостей з Венесуэлы сьогодні сустракалі у Гомельскім гарвыканкамі. Візіт у обласний центр не перші. Супрацовніцтву ўжо 7 гадоў. За гэты час у городі над Сожем створаны і паспяхова развіваюцца разнастайныя сумесныя культурныя і адукацыйныя праекты. Так у Гомелі існуе школа імя Франциска де Міранды, нацыянальнага героя Венесуэлы, вядомага рэвалюцыянера і мастацкага дзеяча. Тут вывучаюць не толькі іспанскую мову, але і біяграфію Міранды і яго ўкладу ў гісторыю. До речі, під час зустрічі прогучала пропанова організувати узаємні поїздки гомельських і венесуельських школьників. Нашим дітям буде цікаво не тільки навідати гэтую республіку, але й поліпшити ведання заміжної мови. До речі, у середині липня сповняться 200 годів з дня смерті Франциска де Міранди. І гості з Венесуели виказали жадання дати даніну його пам'яті не тільки на своїй землі, але й у Гомелі. Наприклад, продемонструвати нашим кіноаматорам мастацький фільм «Аб революціонери», перекладзены на рускую мову, а таксама ўскласці кветкі да яго бюста, які знаходзіцца ў калекцыі музея палацава-паркавага ансамбля. Дарэчы, менавіта гэтая культурная ўстанова для гасцей з Балівраянскай Рэспублікі – любімае месца прагулак і адпачынку. Если бы меня спросили о том, какое мое любимое место в Гомеле, я бы без сомнений сказала, что это дворцово-парковый ансамбль Румянцевых-Паскевичей. В этом месте объединяются и история не только Белоруссии, но и других стран, а и природа, и это действительно прекрасно. На развитание Херарда Эстрада Мартинеса трымал фотоальбом с репродукциями Гомеля и самыми цікавыми и значными звестками из истории города, а так само официальное запрошение принять удел разом со знакомитыми музыкантами Венесуэлы у Сожским карагоде. Национальный банк Беларуси растлумачил порядок перелику некоторых депозитов после деноминации. Так, перелічивать суммы по договорах укладу, оформленных ощадной книжкой альбо депозитным сертификатом, банки будут постане на 1 липня у соотносинах 10 тысяч до 1. Отриманные значения округляются до целой белорусской копейки. Коли укладчик звертается у банк за отриманием усёй суммы по договору укладу, корректировка суммы не потребуется. Коли ж за частковым отриманням альбо папаўненням депозіту, то таким випадку яна необхідна, причым у новых грошах. Пасля чаго будзе зроблен адпаведны запіс «Деномінавана». Па любым пытанні, звязаным з деномінацыяй, можна звертацца да банкаўскіх консультантаў. Але ж спецыялісты супакойваюць, загадзя забіраць грошы з укладаў не трэба. Деномінацыя – это чисто технический вопрос. Он касается как и депозитов, так и кредитов. Никаким образом он не повлияет ни на курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, ни на уровень инфляции. Будут убраны 4 нуля, например, если вклад порядка 20 миллионов, то с 1 июля будет произведен перерасчет. То есть убирается просто 4 нуля.
Это то, что касается непосредственно деноминации. Так что здесь бояться ничего не надо, потому что, я еще раз повторяю, это чисто технический вопрос. Нагадаем, что банки будут заходя информовать насельництво и об размещении банкоматов с новыми грошима. У приватности рекомендовано выкористовывать банкноты номиналами 5, 10, 20, 50 и 100 рублей. Причем монеты банкоматы выдавать не будут. Отримать их можно у якости сдачи у крамах альбо разменять у банках. А пошняя процедура бесплатная и будет денежать полгода с моменту проведения деноминации. Сем'я для дитяти, а не дитя для сем'ї. Працю отдела адукації, спорту і туризму по повишенні якості роботи з прийомними сім'ями обмеркували сьогодні на посядженні колегії управління адукації. Зустріча усіх зацікавлених у вирішенні актуальних у гэтай сфері проблем пройшла у режимі відеоселектора. Серед становчих виніків перше місце, яке займає в область по кількості дітей, уладкованих у прийомні сім'ї. Ганариться можна і тим, що зараз у нашому регіоні засталися только два дитячие дамы у Гомеля и у Мазыры, и ни водного интернату супрать 10 таких установ еще год тому. Але проблем так само хапая. Звыш 100 детей летось были переведены из одной приемной семьи у другую, альбо вернулись у дитячие дамы. Причин тут шмат. И головное, недостатковая подрихтованность семьи, у якія пожадали взять на выхование социальных сирот. Выхование и родного дитяти процесс складанный и самоданный, а того, кто уже с детинства был обделены лёсом удвоя. Такие дети потребуют больше терпения, чулости и ласки. Особливо неприемным бывая, означено на коллегии, коли высветляется, что семьями, якія приняли решение стать опекунскими альбо приемными, рухала материальная затекавленность, а не любовь и гуманизм. А кроме того, для переводу детей есть и иншие подставы. Родитель берет ребенка, воспитатель или это приемный родитель, и потом не справляется с ребенком, особенно когда ребенок в подростковом возрасте. Вторая проблема – это проблема, когда работники служб, социально-педагогических служб и центров, социально-педагогических центров при посещении семьи, при контроле за работой семьи не вовремя выявляют психологические проблемы ребенка, и затем получается, что ребенка нужно изымать из этой семьи и направлять, помещать в другую семью или в школу-интернат. Зараз под опекой державы у Гомельской области находится каля 4,5 тысяч социальных сирот. И только каля 150 из них живут у дитячих домах. Остатние у приемных альбо опекунских семьях, альбо дитячих домах семейного типа. 19 червня люди, которые имеют дочинение до сферы охраны здоровья, отзначат свое профессийное свято. Традиционно в нашей стране его святкуют в третью неделю червня. Напередодні этой даты у областном громадско-культурном центре отбылся урочистый сход, на котором лучшим медикам Гомельщины вручили заслуженные узнагороды. У залі Гомельского областного громадско-культурного центра медики, керівники установ охови здоров'я, фармацевты, науковцы, выкладчики медицинского университета и ветераны сферы охови здоров'я. Усяго каля 1000 человек. Тут напередодні своего профессийного свята слово віншаванню яны отримали от керівников в области, города и представников профсоюзного руху. В преддверии профессионального праздника, прежде всего, я хотел бы выразить слова искренней благодарности и признательности всем медицинским работникам Гомельской области. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям. И надеюсь на то, что наш труд позволит улучшить доступность и качество медицинской помощи населению нашего региона. Сегодня в Гомельской области працюет 6 тысяч врачов. Лепшие из лепших подчас урочистого сходу за особливо укладу развитию системы оховы здоровья у достойных гоноровых грамот и подяк. Их отримали несколько десятков человек. При этом сярод узнагородженных были супрацовники не только наибуйнейших храмов здоровья в области, але и невеликих медицинских установ. Так, за минулый год высокий уровень профессионализма проявили медики из Ельска, Добруша, Ветки, Нароли и многих инших районных центров. Кто является лучшим, это тот человек, который сделал что-то не рядовое, не стандартное, оказал много помощи большому количеству людей, на которому приходят, просятся люди прийти к нему именно. И отзывы о его работе всегда заслуживают великолепные оценки.
Дякуючи праці гэтых людзей на Гомельшчыне дасягнуты высокія паказчыкі па развіцці матэрыяльна-тэхнічнай базы, укараненні новых методык дыягностыкі і спецыялізаваных відаў медыцынскай дапамогі. У выніку ўсё гэта дапамагло палепшыць асноўныя паказчыкі здароўя насельніцтва. Акрамя таго, цеснае ўзаемадзеянне навукі, практыкі, санітарна-эпідэміялагічнай службы і фармацыі дазволіла Гомельскай вобласці вось ужо 3 гады запар трывала займаць лідзіруючыя пазіцыі ў нашай краіне. Ганна Кавалёва, Дмітрый Радзянка, тэлерадыёкампанія Гомель. Неофіцыйнае свята «Дзень бацькі» сёння адзначылі ў Гомелі. Сёлета ўпершыню прайшоў гарадскі конкурс «Тата можа ўсё, што заўгодна». Удзел прынялі 6 мужчын. У кожнага ў сям'і 3 ці 4 дзяцей, а некаторыя ўжо ў 5 раз чакаюць прыемнага папаўнення. Захаванне сямейных каштоўнасцяў – вось галоўная мэта мерапрыемства. У нашай краіне прадстаўнікі моцнай паловы чалавецтва не саромяцца ісці ў дэкрэтны адпачынак. Такіх толькі ў мінулым годзе было амаль 4 тысячы. Бацькі і калыханку могуць праспяваць і зрабіць сямейную відэапрэзентацыю і падрыхтаваць творчы нумар. Сёння яны гэта даказалі на практыцы. Мне кажется, надо как можно больше отцу проводить времени с детьми, играть с ними, развлекаться, ходить в походы, ну, всевозможные игры, беседовать. Тогда получится хорошая полная семья. І аб спорце. Рэгбі для Беларусі від спорту пакуль экзатычны. Аднак яго аматараў у нас не так ужо і мала. У чэмпіянаце краіны па рэгбі 7 прымаюць удзел 9 каманд. Прычым адна з іх – жаночая. Другі тур першынства адбыўся ў Гомелі на стадыёне «Прамень». Рэгбі 7 – гэта, можна сказаць, паскураная версія класічнага рэгбі. У кожнай камандзе па 7 гульцоў, а сам матч складаецца з 2 таймаў па 7 хвілін. Ачкі можна зарабіць, калі занесці мяч у заліковую зону, а таксама забіўшы яго нагой у спецыяльныя вароты. Дарэчы, да гэтага віду спорту варта прыгледзіцца. У рэгбі 7 гуляюць больш, чым у сотні краін свету. У 2009 годзе яго ўключылі ў алімпійскую праграму. Ужо гэтым летам у Рэда-Жанэйра ўпершыню разыграюць алімпійскія ўзнагароды ў гэтай дысцыпліне. А ў Беларусі рэгбі 7 толькі пачынае развівацца. У другім туры чэмпіянату краіны прынялі ўдзел 8 калектываў з Гомеля, Рэчыцы, Мінска, Гродна і Брэста. Сталічная грамадзяначка першая і пакуль адзіная ў краіне жаночая рэгбійная каманда. На турніры ў Гомелі дзяўчаты ва ўсіх матчах саступілі, аднак прагрэс у гульні відавочны. Па выніках першага тура, які адбыўся ў канцы красавіка ў Брэсце, у лідарах былі 3 каманды. Аднолькавую колькасць ачкоў набралі Кватра з Гомеля, Харугва з Мінска і Унія з Брэста. У Гомелі турнір праводзілі па алімпійскай сістэме. Па выніках папярэдніх матчаў пары адной другой фіналу склалі Кватра і Харугва, а таксама сталічная Сцяпанка і Унія. У першым паўфінале стартавы тайм застаўся за Кватра 7-0. Аднак у другой палове гамяльчане выпусцілі ніці гульні са сваіх рук. Харугва правяла шэраг дзейсных атак, аформіўшы выхад у фінал з лікам 24-7. Супрацьстаянне Сцяпанкі і Уніі атрымалася больш напружаным. Асноўны час матчу завяршыўся ў нічыю 5-5. У дадатковы час выніковую спробу на свой рахунак запісалі мінчані і адправіліся ў фінал. У матчы за бронзу інтрыгі не здарылася. Гульцы Кватра каменя на камені не пакінулі ад суперніка. Рэгбісты Уніі не зрабілі ні адной выніковай спробы, а вось гаспадары поля выдалі зайздросненую выніковасць. І гэта нягледзячы на адсутнасць за траўмаў лідараў. У выніку перамога Кватра з лікам 41-0. В ігре з камандай Мінска і Харугва тоже хорошо настраивались на игру, но у нас получил один игрок травму, как бы немножко поломало нас. Ну, из-за этого не получилось немного в финал попасть. Вот, поэтому вышли в матч за 3-е место. Ну, уже когда вышли здесь, как бы настроены были хорошо. Поэтому как бы заявным преимуществом матч в нашу пользу закончился. Готовились к турниру очень тщательно. Поэтому как бы, ну, итог в итоге предсказуем был для нас. Сталічнае супрацьстаянне ў фінале завяршылася на карысць Харугвы. Саступаючы пасля першага тайма з лікам 0-17, гульцы Сцяпанкі ў другім больш не дазволілі суперніку дабрацца да сваёй заліковай зоны. Пры гэтым самі набралі 7 ачкоў, чаго для перамогі не хапіла. Самы такой важны матч был для нас з Гомелем. Мы ждалі этой встречи. Вот, очень интересная команда. Мы еще в Бресте тоже играли, тоже как бы выиграли. Но все равно этот бой был такой, мне кажется, сродни финалу. Ну, ребята, хорошо, что сыграли второй тайм хороший. Выиграли и, ну, я скажу, заслуженно выиграли этот тур. Пераможца другого тура, сталічная Харугва, одноособно узначалила турнірную таблицу. Кватра на другим месце с отставанием у 10 баллов. Еще на 5 баллов меньше у Брестской унии, якая замыкая тройку лидеров. Заключный 3-й тур чемпионату Беларуси по регби 7 отбудется 25 червеня у Минску. Максим Савин, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».
Вы глядели информационный выпуск телерадиокомпании «Гомель». У студии працювала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ожидаем вам добрых новинок. До новых встреч в эфире.